Нанесла 21 удар ножом. Молодая мать зверски зарезала своего годовалого сына в Челябинской области. Отец малыша рассказал, женщина в момент преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения. Подробности шокирующего случая в материале нашего корреспондента. Красивые фотографии и слова любви. Казалось бы, эта пара из села Ларина вполне счастлива. У молодоженов год назад родился ребенок. Но случай, который произошел накануне, поверг в шок всю Челябинскую область. 21-летняя новоиспеченная мать, предположительно, после ссоры с мужем взяла нож и зарезала своего сына. По предварительным данным, она нанесла 17 ударов ножом в живот и 4 в шею. Била, пока у малыша не обнажились внутренние органы брюшной полости, а потом бросила тело годовалого ребенка об стену. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом В, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, убийство. О том, что натворила, она тут же рассказала мужу, который в этот момент находился на вахте и не мог предотвратить трагедию. Мужчина лишь вызвал полицию, женщину задержали. Говорю, объясняю маму, говорю, сходи туда, пожалуйста, ко мне в квартиру. Там, говорю, Маша пьяная, всякую фигню кричит. То, что убьет ребенка, там сама себя убьет. Все, мама у меня собиралась в контору идти, ну, как тут в администрацию, в нашу, в Ларинскую. Ладно, говорит, все, сейчас я оденусь и зайду туда. И все, пока шла, и там уже и полиция, и там уже она натворила делов. Знакомая обезумевшей матери рассказала, у девушки была плохая репутация. Думали, что после свадьбы она станет примерной женой. Знаете, я так вам скажу, с мозгами она и раньше не особо дружила, но когда вышла замуж, думали, что все, остепенилась. Все нарадоваться не могли, я тоже была очень рада за нее, поэтому, когда увидела новости, не поверила. Но сейчас мне позвонили, все рассказали, я в шоке. На страницах молодоженов в соцсетях царит идиллия, множество совместных фотографий и даже вместе с сыном. Как стало известно из собственных источников, девушка просила забрать ее из родного села в Екатеринбург. Она сказала, что жить в родном селе у нее нет сил. Ее супруг сейчас находится в тяжелом состоянии и просит для нее самого сурового наказания. То есть вы хотите серьезного наказания? Конечно. Хочу пожизненного. Теперь, по всей видимости, девушке придется пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Ей уже предъявили обвинение по статье «Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии». Эльвира Хафизова, 31 канал.